Красиво! Автомобили устраиваются снова в колонны, собираются тоже пройти робом. Еще одно, собственно, построение из рыцарских времен и конной кавалерии. Аплодируем! И как раз поаплодируйте. Тишина и комфорт подходит к завершению выступления первого отделения 6-го отдела транспортного управления. Вот они тихо уходят, и вроде бы все хорошо, и вроде бы все закончилось. И ничто не предвещает беды. Но не все так просто. Организаторы... Беда среди нас. Организаторы, естественно, приготовили небольшой сюрприз, собственно, возобновляются в полном объеме показательное выступление, чему, естественно, мы лично очень рады, надеемся, как и вы, чем больше элементов шоу и показаний профессионального мастерства и подготовки участников, тем, соответственно, больше зрительский интерес ко всему происходящему на этом современном уникальном автодроме ФСО России. Замолкаем и все, внимание! На автодром. Дорогие друзья, возьмите аккуратно своих детей, обнимите и закройте уши, если они обладают повышенной чувствительностью. Сейчас возможны выстрелы пиротехники и спецэффекты. Начало выступления управления специального значения службы безопасности президента. Выезжают они на автодром, имитируют, собственно, выезд колонны. Имитируют, да, первый эпизод, три элемента сценария. Значит, террористы маскируют среди зрителей, выдвигаются на исходную позицию к месту проведения засады. Кортеж с объектом государственной охраны движется по маршруту. Сопровождение автомобилей с сотрудниками управления специального назначения при обстреле. Кортеж он увеличивает скорость, сотрудники УСН обеспечивают его отход и подавляют огневые точки противника. Перезаряжается, используя автомобиль «Волга», переграждает путь движения кортежа. Сотрудники УСМ в составе кортежа открывают ответный огонь, подавляют огневые точки противника, спешиваются и захватывают одного из террористов, находящегося в автомобиле. В это время кортеж осуществляет оперативный разворот и уходит из-под огня противника. В дальнейшем сотрудники управления специального назначения обеспечивают экстренную эвакуацию объекта государственной охраны с использованием вертолета. Стрелять.
объектом государственной охраны, движется по маршруту в сопровождении эскорта мотоциклистов, автомобили с сотрудниками управления специального назначения, с использованием всех языковых устройств, вертолетами сопровождают движение гаражей. Аплодисменты. Первое лицо спасено, эвакуация проведена, террористы захвачены и ликвидированы. И показательный, действительно, показательный элемент во всей красе. Кортеж управления специального назначения. Возвращается вертолет, который будет сопровождать движение кортежа. Да.